Снова всем здрасте. Я немножко подостыл, попил чайку и готов еще стартануть страй. Мы, кто пропустил, сегодня залили, к сожалению, на жесткой миссии с участием босса на новой миссии. И никак я не мог стартануть новый, но надо собраться. Очень многое зависит от морали, по крайней мере, если мы говорим о тех моментах, когда игровых, о которых ты уже знаешь. То есть те же самые миссии просто сильно бьют по морали. Короче, ладно, забейте, неважно. Начинаем. Есть корректировки в плане стратегии, есть корректировки в плане ролей. Будем точно менять ниндзю, одного сделаем на мега-скрытность. Через призрака будем его качать. Мне нужно... Если я не использую командирский отбор, то мне нужно научиться использовать все роли. То есть, которые есть. У меня четко есть роль. Все, на самом деле, я для себя определил, что кто делает. А, рейнджера не буду так прокачивать, как раньше. То есть буду его качать исключительно на рейндж. То есть без дробовика. Меня устраивает любой триггер овервотча. Опа! Даже такой, наверное, устраивает. Здрасте. Вторую пачку увидели. Вот эта стрельба сквозь пол. Почти всех убили. Два лута этот забрался тоже. О! Идеально просто. Только дрон остался несчастный. Но он работает только если ты действуешь. О! Подходит сзади. Нормально. Хорошо зашли. Сейчас постреляем. Минус один. Да хватит труп! А там по какому кому-то еще стреляют. Царапина. Забираться будут? Не будут? Интересно. Канал на 100 рублей сообщает. На масло. Да, спасибо, Видалец. Так, ладно, ну, по крайней мере, лутецки взяли. Два ранения у нас, оба серьезные, но для старта это не страшно, на мой взгляд. Расширенный магазин, приклад и ядро Иллерии. План исследования у меня есть. План развития тоже есть. Так, сила Адвента 2, ну, это вроде стандарт. Мы открываем черный рынок в 3 дня. Смотрим, сколько стоит инженер. 120 материалов, это приемлемо. Продаем пока трупы Адвента. Так, ну, первая цель. Первая миссия, 8 дней, хорошо. Инженеры дадут. Освободите из транспортного средства, минималка. Спасибо, Shadow Death, за подписку, полетели. Такая миссия, типа ограниченными ресурсами, но большим количеством людей. Так, строим. Модулька готова. Может быть, надо было модульку дождаться. Дальше биотехнологии. Продолжаем сканить. Центр тайных операций готов. Отправляем, соответственно... Можем взаимосвязь сразу улучшить. Материалы, разведданные, очки способности. Давай взаимосвязь. Ну, надо пытаться рисковать леммингом ради инженера. Орел поддержал ваш канал. О, на 100 рублей. Орел сообщает, вера да. Непокобелима. Непокобелима. Инопланетные расчистили. Чистим дальше. Это хэпич пойдет. Ладно, народу будет больше здесь, к сожалению. Погнали. Как успехи? Да только начали. Сейчас пара миссий на инженеров. Одна аркадная, другая вроде как халявная. Ну вот аркадный, один человек идет в скрытности, надо просто его как-то освободить по-тихому, не знаю как. До Эвака почти дошли, я вижу, по углу. Видите, мы равно удалены сейчас от Эвака и от Випа. Ну почти. Ну это аркада, да. И они спокойно стреляют. Там паника, контроль, понеслась. Бывает. Ну, повезет, не повезет. Один хит. Ну, вот сейчас выбор, кстати. Мы можем эвакуироваться, а можем попробовать VIP спасти. Все равно я считаю, что здесь вероятность 40-50%. Ты должен был проверять. Менять лемминга на инжа на такой стадии. Ну, миссия 3 дня. Так.
это еще один инженер. Ну, по сути, две миссии. Одна, типа, на 8 дней, другая на 3 или 4 дня. Хами, привет. На одну ты послал 7 человек, на другую 1 человек. Такая вот... Такой вот расклад. Но здесь я не хочу... идти... Ну, типа... Боком. Надо идти просто и убивать. Потому что... Потому что у нас численное превосходство. И... Честно, проще будет, я думаю, справляться с людьми по мере их появления. Жалко, я не спрятался. Но лут могу покоцать. Вообще не покоцал никого. Плохое начало. Че, погнали? Стреляем раз по сектоидам. Мажем. Этого не добили. Это все? Серьезно? Это все? А, сектоиды убили, ладно. Нет, еще постреляем. Хорошо. И один остался, да, гад? Так отлично. Следующий ход полноценное действие. Мы идем спасать и идем на эвак. Слева пак, справа пак. Открываем дверь. Спасаем випом. Это инженер. Саймон. Ох, ну неужели кидать в него светошума? Блин, ну это просто калькулейтед. Випа спасаем, там один остался упырь. Подкрепа не на следующий ход, так что норм. Здесь товарищ прячется. Вроде флангов нет. Он мажет и все. Готово. Ни ранений, ничего. Всех убили. Весь лут собрали. Вообще ничего не потеряли. Инженера второго на старте, считайте, получили. Это очень хорошо. Так, мы можем копать. И я думаю, что мы должны копать. Назначаем второго инжа. Таинственный незнакомец. Ну, прошлый трай был даже лучше, чем этот, на мой взгляд. А здесь молниеносный как ЛВ с полным иммуном. Кажется, да, тут нет. Что нам дали? Модифицированный глушитель и внимательность. И гиперчувствительные зрачки. Но персональные боевые модули пока мне не пригодятся. Слушайте, может быть, возьмем ученого? Раз такое дело, раз мы так... Да, давайте слетаем в черный рынок и возьмем ученого для буста исследований. Раз у нас инженеры копают, купим ученого. Он сразу нам исследование на 33% бустанет. Хорошая же вещь. Надо же куда-то деньги держать, девать, правильно? Так, минималка 7-9. Персонал освобождаем. 5 человек идут на эту миссию. Вот эта миссия посложнее, чем та, потому что там хоть и другого типа захват материалов. Но там, во-первых, можно свалить, как правило, на старте сразу же. Во-вторых... А, так вот, где вы в чат пишете, говорит. Серьезно, ты не знал? Добро пожаловать в прямой эфир. Так, и мы начинаем... Не в скрытности же. В скрытности. Вот они, наши товарищи, которых надо освободить. Крыша. Блин, 2 дрона сразу. Если бы я подошел к краю, видите, они бы меня спалили. Я поэтому и сомневался, думал. Но, скорее всего, придется сразу воевать. Ладно, погнали. Цепляем. Погнали. Под гранатку ушли. Дрон идет. Жалко, бронебойное не сделал. Да, не заканчивает ход, смотрите-ка. Так, но я не хочу... экономить. Кидаю гренку, чтобы снять... да что ж такое? Чтобы снять армор... Добычу не уничтожили, хорошо, ее не было там.
А как мы будем, наверное, с крыши, да, спрыгивать? Так, и подкрепа идет. Ай-яй-яй. Здесь пробуем убить. Хорошо. Мы убили всего троих. Да ладно, и под конец я хода это сделал. Оу, как казалось бы. Есть царапина уже. Меня фланганули. И здесь фланг будет. Блин. Ранение. И еще пак. Так, ну это все. Осталось только... А чё стреляет? Хорош! Осталось только дрона слева еще убить, и все. А, вот и дрон, блин. Фулл хаус. Капец. 65, а может ближний бой? Мастер ножа. Вот так вот мы с технологиями высокими сражаемся. Ну, сектой действует полноценно. Поднимает зомбаря. Это самое легкое, что он мог сделать. Тем более у нас есть дезориентация, мы можем выключить его. И действует только фактически один полноценный, который на крыше. Пытается уйти. Ну, понеслась. Сколько? 95, 4-6, 5 урон. Есть. Ладно, хотя бы зомбаря убили. Ну, надо терпеть сейчас. Перезарядка, хорошо, живем ход. Хотя там еще пулеметчик сверху. А, ну да. У тебя же халявная перезарядка. Ну, то есть зарядка полдействия. Главное меню. Это ключевой человек, его нельзя терять. Увы. Жалко, жалко. Драйв был неплохой. Горем. Сейчас главное не тильтовать. Хорошие там были два пацана, которые на секретных операциях две миссии выполнили. Уже были в братстве. Ну, то есть у них взаимосвязь сформировалась. Такого не было у меня раньше, ни разу. Выходит следующий. Да, я не хотел подходить к лутам. Хотел пострелять. Правда, перезарядиться не успел. Ой, сколько промахов, капец. Блин. Да что ж вы делаете-то, а? Стреляет, я без кавера. Крит. Все ради лута, все для победы. Пуха посылаем за лутом. Красиво, блин, вот. Как будто профессионал играет, блин. В два хода, два пака и весь лут собрали. Выходит последний. Здрасте. Погнали, раз. Пройти лут за 3 месяца. Понятно. Отказ. Погнали. Так. Сколько нам нужно? 110. Самый дешевый инженер, кстати, на моей памяти. 6 часов, хорошо. Инженер, спасите, отлично. Первая же миссия, инж. Новая цель. 6 дней, хорошо. Персонал сопротивления, шикарно. Большая карта, да? Погнали. Хорошая тоже миссия, потому что сторонников сопротивления мы получим на старте. И эта эффективность, количество миссий увеличится. Центр тайны готов. Готово. Идем инженера вытаскивать. Первым отрядом, который поопытнее, всего с одним леммингом. Вообще нужны, конечно, какие-нибудь миссии на 8-10 дней простые, типа эвак випа. Ну, ты берешь ниндзю, берешь там випа и там 4-5 леммингов просто, и вы гуськом идете на респ, и все опыт получают. Так,
Эвак на крыше. Вип, кажется, совсем неподалеку. Нет, не совсем. Не совсем и не неподалеку. Но здание фактически тоже. Это хорошо. Можно попробовать его под контроль взять. Ну типа, а чего? Почему бы и нет? Он все равно... Поехали. Есть. Под контроль дрона. И все. И ломимся вперед, короче. Все. Вместе с дроном у нас есть разведка и танкование. Так что... Сейчас будем рашить. Мы из консилда еще не вышли. А я не знал. Я не знал. Извините. Блин, это вообще супер. То есть еще подкрепа не триггерится. Как же хороши спецы качанные, а. Подождите, а поднимется паника, если... Да нет, не должна. Не должна ведь, правильно? Меня ж не увидят. Дрон тоже в консилде! Он невидимый! Дрон на дрона. Оглушение? Работает оглушение? Да ладно, не может такое быть. Отключается, реально. Этот наверх забирается. Флангует. Дезориентация плюс протокол. И он мажет. Хорошо. Ну там вместо 70-30% где-то. Здесь понятно? Да, пошел ты нафиг. Чик-чик, блин. И это стреляет. Да ладно! Да как так-то? Почему там не было кавера? Я был уверен, что там кавер есть. Ненужный риск. Ну еще видите, инопланетные нервишки здесь по умолчанию работают. Давайте, надо рисковать. А-а-а-а. Да, надо пытаться. Капец, они все попадают. Еще оспулили. Ой, нет. Так, валить срочно. Валить срочно на эвак. Только как ты видишь? А, да. Очень просто видит. И овер еще. Ой, ГГшечка. Минус специалист, да? Блин, вот мог же просто открыть дверь. Зачем полез этим... Просто пошел специалистом. Пошел специалистом. Все, ГГ. Ре. Два хода потерял. Мог спокойно открыть без бонуса и все. Снова первый трай. Первая миссия. Да, печаль, беда, тоска. Ну, сейчас пулим, потому что там кавера нет. Они нас видят. Сэра штампанули. Еще два промаха. Очень плохо постреляли. Прям очень плохо постреляли. Погнали. Они раненые, дезориентированные. Надеюсь, что не попадут. Попадание на легкое. И овер, да? Хорошо. Персональные боевые модули мне особо не нужны, потому что, ну, в ближайшее время они мне не помогут. Так что практичнее всякие расширенные магазины, прицелы и прочее. Надеюсь, что тот флангуется. И мы его товарищами увидим. Сектоиды покоцали. К сожалению, потратили на это два овера. Паника на соколом. Контроль.
овер. Блин, ну реально, вы не будете попадать еще все. Ну вы же не ранены, ничего. Вроде все элита. Обходим. Неизвестно, говорит, начал играть с этим модом. Да. Сообщает, начал играть с этим модом. Так. Моих любимых жнецов, за которых я оригинальную игру проходил, порезали в край. С остальными фракциями такая же ситуация. А я не помню, что было на самом деле. Мне не такая хорошая память. Возвращаемся после первой миссии, не без проблем. С ранениями. Копаем. Новая цель. Один день. Scattered in cities throughout the globe who are willing to share their knowledge of Advent's operations. The aliens are actively pursuing them. Сейчас будет жесткая миссия утаскивать ресурсы у Адвента. Там и народ будет, и надо. Я буду ограничен в перемещениях, потому что придется утаскивать из контейнеров. Стремимся к эваку. Скрытность у нас только у ниндзя. Хорошо, что я его сюда взял. И помним, что у нас 4 человека. Я в лучшем случае могу справляться стабильно с одним паком. В лучшем случае. Ну, максимум, что мы можем сделать, это вытащить 4 контейнера по количеству людей. Блин, 4, реально, всего 4 нас. Четверо нас. Я могу ворваться, сразу там 10 человек будет. Сейчас попробовал все-таки проверить, что наверху. Опачки! Блин. Здрасте, мордасть. Так, ну ранэнганы. Даже без ранэнганов мы здесь режем, да? Штурмовик заходит, этого убивает справа. Да пошел ты нафиг. Здесь явно надо резать сектоида, но не факт, что это... Да. Царапина. Здесь ключевое сектоида убить. Гидроэллерия. Как мы будем дальше действовать? Во-первых, можем зайти внутрь, но не на этот ход. Внизу один, на втором ярусе второй в шаговой доступности, да? Правка шагнули. Да. 3 человека. Промах. Так, опасно. Конечно. И они сразу фланг. Ну, блин. Погнали. Да, я должен. Да что ж такое-то? Задрали они все попадать. Еще один пакет. А, и у тебя есть уже. Блин, у этого был уже пакет. Ну, все, значит. Вали, Михаил. Ну, могло быть хуже, так я вам скажу. Так мы, по крайней мере, опыт получили, лутецкого собрали. Ну, лут именно не с миссии, с миссии-то единичка всего лишь из-за... Главное, никого не потеряли, блин. И это самое главное, реально. Ох, ну что, призрака делаем из этого, да? Давай, призрака. Немножко сплавов, 2-3 заряжения, ядро модифицированное. Ну, мало забрали, конечно, мало. Биотехнологии. Бронебойные. Нет, не солдата. Подожди.
препарирование солдата нужно. Трупы солдата. Гибридкин. Нет. А нет, нормально. Там Элерия нет, а сплава есть. Расчистили. Вот сейчас можно подумать о... Нет, госпиталь слишком дорогой. 3 дня еще одна. Эвакуируйте из города. Здесь надо попробовать на халяву увезти его. Блин, у меня ниндзя раненый. Ну, видимо, сейчас пойдет у нас аркадка. Видящий гла. Не, давайте я заново начну. Ну, мы уже почти месяц прошли без какого-либо... То есть только ранения и все, никого нет в главном меню гол. Ну, мне не дают миссии просто в этот раз. То есть дают те, которые нельзя выполнить. Там, по 2-3 дня. Даже одним человеком ты их... Да, надо сразу резать в таком случае. Твою мать. Извините. Да, но я сам виноват. Я что-то думал, что гранатометчик не будет фланговать эту подругу. Я мог отступить им в другие места. Были опции. Жалко. Довольно бодренько я ворвался. Так прям как будто... Прям как на стрельбище стоят, смотрите. А куда же вы уходите? Ну куда же вы? Куда же вы? Удалились. Так, ну эти, похоже, пули сейчас прям. А если их, то и вторых тоже. Не, эти уходят. Это хорошо. Одной клетки не дошли. Сейчас дойдут. Добрый день. Постреляем. Промах, промах. Минус один. Минус два. Что с дроном? А, дрон рядышком со мной. Окей. Давайте, выходите уже. Ну, сколько можно? А, слушайте, выносливость уменьшается прям. Даже если просто на овере стоишь. Ладно, идем. Как вы там спрятались вообще? Спорим, что там 2 пака сразу. Ладно, не 2. Наверное, все-таки вот так. Гасить раз. Не флангуем братком, но зато сразу снимаем овер и дезориентируем. Тут, соответственно, лут раз. Модифицированная настройка спуска. Подтягиваемся остальными. Сорок. Есть. Ох, блин, какие миссии-то мутные просто. Первые. Одно ранение только. Немного лут собрали. Ладно, двигаемся дальше. О, адаптация. Плюс 2 к здоровью. Хороший персональный боевой модуль. Внимательность тоже классная. Добавляет 15 к защите и 1 к броне в режиме наблюдения. Первая цель. 7 дней. Хорошо. Инженер отличный. Эвакуируйте прекрасно. Это хорошая возможность прокачать нубас. Модульная. Биотехнологии. Рынок. 115. Взяли. Нет. Там что-то очень много всего продается. Прям очень много всего. 4 дня. Эвакуируйте опять. Инженер. Ну, здесь халява нужна. Ну, типа, посылать одного мобильного товарища и надеяться на... Игорь ЖКХ пойдет у нас. Погнали.
Так, два эвака. На одном ниндзя, на другом халява. Бежать, спасаться, надеяться на лучшее. Так, это эскорт. Очень близко, эвак. Пока через овер иду. Что я довольно близко нахожусь. То есть могут выйти сейчас, например, справа. И придется стрелять. Три, справа было четыре. Эти уходят, это шанс нам подойти еще на полходика ближе. То есть задача уйти справа от правого пака, приблизиться к эвакуации. Ну, попутно к этому паку, естественно. Нет! Я не видел одного. Ну, понеслась. Плохо. 73-40% всего лишь на контроль. Да, надо пытаться выключать. Давай. Ну нет! Да, ездишь. Отключаем кое-как. В дальних попробую кинуть и гренку, и дезориентацию. Возможно, он собьет еще кавер. Да, сбил. Пока, может, постреляем. И третий пак. Так, ну все, это всем. Надо сейчас рашить влево будет. Овер. Два овера. Отлично. Все, рашим сейчас влево. Друзья, рашим влево. Здесь, возможно, дым или даже на рывке побежать. Да, ну вот справа полноценный пак действует. И слева у меня один еще остался, как минимум. Что-то он завис. Обычно после такого не возвращаются. Ну, конечно, хорош. Да что такое? Он же мне не блейдмастер еще, он не умеет гарантированно резать. Ё-моё. Овер, этот забрался. Фланг, фланг, блин, плохо. Нет, только не крит. Ну, какого хрена? Ну, чё ж ты критуешь-то, блин? Пробую подойти. Есть, могу взять. Вакадем. Ребят, мы спасли всех. Спасибо, хорош, хорош. Спасли. Випа спасли. Алиску утащили, спасли. Как он забирается по трубе, забирается с Алисой вместе. Аспирант, мужчина. Миша, прости, просто что отвлекаю. Нужно же говорить, мод у меня вместе автоматически набирается из общего... Да, и вернули випом. Это второй инженер. Это очень хорошо. Я снизить-то не смог. Да. Там свинюку надо, это самое... Анклава пытаться спасти. Блин. И там на респе уже сразу люди. Что делать? Опять мост. Капец. Две миссии просто на эвакуацию инженера. Одну ты проходишь с семью людьми еле-еле, вторую ты просто проходишь с леммингом. Все. Ну это, конечно, рандом дикий. Все. Третий инженер, здрасте. Безупречно просто. Просто безупречно. Но стоит оно того. Такой риск леммингом жертвовать, ну то есть рисковать ради... Без инвиза, причем. Да, это же даже не ниндзя, это просто лемминг. Инопланетные расчистили. Я продолжаю чистить. Хотя это уже не столь рационально. Я думаю, что лучше бонус брать на тайных операциях.
Типа убегут, не убегут, непонятно. Но элитный прицел хорош. Десятка точности прям. Ох ты, как мы далеко-то, ёпер, СТМ. Ну я поверху попробую через... через дома. Они, конечно, тут попробуют по домам пройти. Ай. И уже у меня в спине люди. Близко. Пошла аркада, да? Ко мне в спину могут выйти. Блин, попал, сучок, а? Ладно, зато спины нет. Снайпер пытается снять 64 всего лишь. Ё-моё, ну это дистанция такая, поэтому. Мимо. Дым напоследок. В игре многие моды не работают корректно при включенном сглаживании. Без него 160 модов прекрасно выживает в оригинальном за месяц игры ни одного. Сглаживание? Все в сглаживании проблемы? Я бы убрал сглаживание, конечно, в таком случае. Все, спасли, товарищ. Так, изменить настройки. Скорее всего, это графика. А сглаживание тут наверняка несколько опций будет. Сглаживание FX, отключение. Давай, просто раз и все. Все сразу такое четкое, угловатое стало. Ну, попробуем. На стриме. И все равно, когда картинка кодируется, там это все убирается, на самом деле. Но мы спасли этих наших товарищей. Спасли. Разведданных 126. Гибридки сделали. Трассирующие. Лазерное оружие пошло сразу, да? Сплавы останутся, лири останется. Отлично. Ладно, погнали так. Проникаем. Сканим дальше. Еще одна цель. 5 дней. Предметы с транспорта. Но это, конечно, вообще тяжело. Можно сюда отправить одного спеца, одного ниндзю. Типа, чтобы... хотя захватить предмет, это же не... Плюс ты должен еще эвак вызывать, 5 ходов ждать. За 5 дней я не смогу. Инопланетные расчистили, еще 60 баксов получили. И подключаю ее третьего инжа на раскопку. Так, взлом терминала. Взломайте в поезде. Погнали. 7-9. Минималка. Скорее всего, это будет 8 ходов. Но не 8, а 10 за счет бонуса. Все узнаем. 8 все-таки. О, реально, может... Нифига себе. Снайпер сходил и... Вот я хочу просто через альтернативных снайперов, потому что вспомните, как снайперы у меня плохо сыграли в прошлый раз. Два снайпа ни хрена не смогли. Вроде карта открытая, вроде забраться можно, а вижена нет и все. И ты не контролируешь ситуацию. Более гибкими они будут. Так, ну, здесь надо тогда пытаться спускаться, блин. Какая царапина! 3 человека там. Есть, теперь могу ломать. Это что-то странное. Ладно, ломаем. Так, сейчас надо эвак еще вызвать, не забыть. Так, 2 повстанца. Не, давай разведданные, 50%. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ах ты, как рулетка, блин, прям. Чуть-чуть на 17 черные не попало, а? Сейчас эвак дождемся, можем еще постоять чуть-чуть. Вот, чтобы этих пострелять. Ну, опыт. Хорош. Лут. Лут приятный. Еще. Снайпер, смотрите, красиво как. Бах, попал, красава. Еще, может? Есть.
Блин, красавцы. Два из трех сразу. Так, ну и что мне делать? Бежать за лутом, не бежать? Тут даже не понадобился штурмовик. По сути, здесь нужен был только... Ну, я не знал, что нельзя ломать, пока у тебя... Все, и вышли. Половину людей убили. Ни одного ранения, вернулись. Молодцы. Бежать, однозначно бежать. Не-не-не. Безупречно. 5 из 9 убито. Там еще пак был просто. Есть. Элитный прицел получили еще. Второй элитный, блин. 2 плюс 10. Так, ну сейчас нам нужно с випом разобраться. Эвакуируйте из города контролируемого. Тут есть один ниндзя, тут есть еще подкрепы из 4 или 5 даже человек. Но самое главное — увести ученого. Ученых у нас 2, инженера 3, но ученый, конечно же, нам нужен и для госпиталя, и для бонуса к исследованиям. Ученые есть, 5 наших вижу. Эвак очень близко. Прямой контакт этой группы я бы не хотел вступать, потому что здесь у них нет лазерного оружия. У нас в целом тут всего 5 человек. И, ну, это чревато. Так, змея овер, дрон. Соответственно, здесь надо... Подожди, у нас кто? Хэвик. 5 человек, это еще не все. Еще есть пачка на этой карте. Ну вот такой сначала идет гренка такая. Но у меня уже ранение. Не затруднит, прочитай два сообщения выше. Еще бы этого подвести. Хотя бы под ханкер. Ладно, погнали, блин. Да, и вот он, пак следующий. А это уже плохо. Надо валить. Я тут уже не выстою. С этими я не справлюсь. Ну, конечно, вы еще full cover сразу попадаете с первого полухода. И змея сейчас меня будет ушатывать. Душит. Блин, плохо. И вроде как обошел по красоте, но... Жестко. Ну, чё, я пытался избежать всех паков, в результате собрал 3. Вот и все. Это короткий анализ, блин, произошедшего. Пытаюсь спасти, но здесь 74. Спасли, хорошо. Нет, не по випу. Хорошо. Держимся пока, держись. Нет, только не вип, нет! Минус ученый. Я не успеваю уйти все равно. Здесь мне нужно снова делать... Ладно, рывок. Оверуотчем пытаемся снять. Еще один. На рывке вроде точность на 20-ку меньше. Спасаем штурмаша. То есть, если ты от них отступаешь, то... Так, подкрепление идет. Ой, блин, там заход с другой стороны. Нет! Один хит. Блин, они на респе стоят на овере. Я могу не эвакуироваться просто из-за того, что они меня видят. Стасис, нет! Так, ну тут до стенки на самом деле хорошо. Такое решение было правильно, конечно. Кругаляна вернуть, тихо! Все, уходим. Ох, ну что, никого не потеряли? Одного солдата потеряли. 5 ранений. Оценка убога. Но я считаю, это успех. Серьезно, ну потому что в той ситуации там все уже, это вайп. Новая цель. 5 дней. Минимальный персонал.
Ох, это, конечно, опасная миссия, потому что, опять же, 5 всего лишь у нас. Подключаем регион. У нас уже есть лазерное оружие. Правда, мы потеряли... Ну, у нас пацаны немножко коцаные. Подключаем новый регион. И сколько здесь у нас активность? О, увидели. Увидели в боссом. Вообще, хорошо с точки зрения исследования и ресурсов. То есть вот 16 плавов, 8 малярии и то, что мы уже накупили лазерного оружия. Да. Стрелок. Это другой избранный. Так, тут проникновение, и ресурсы будем вытаскивать. Вот тут хорошая команда идет. Здесь у нас врагов 7-9, а идет, кажется, 6 человек с лазерными пушками, с жилетами из наносплавов наперевес. Но все равно бдительно действуем. Сначала сокращаем, сколько здоровья там есть местами. Смотрим, где контейнеры. Ну, самое главное, где эвак. Эвак слева. Контейнеров всего 4 штуки. Так, они отступают, гады. Но я вижу всех троих. То есть надо подсветить вот таким вот образом остальные паки. Ну и сокращать уже сюда. Что по взлому? Подкрепление, понятно. Спойлили. Как? Ладно, погнали. Как же убого начал, а? Подкрадывался и все. Ой, начало просто никакое. Как так можно? Убогий старт. Метка. Да, здесь придется терпеть, капец. Гренка, у него же забыл. Надо заканчивать уже. Ай. Масса урона. Может даже подлечиться. Все, трех убили, еще 6. Пак змея и 2 милишника. Ладно, 1 милишник. Притянули. Душат аспиранта. Наверное. Так, ну смотрите, здесь, скорее всего, надо освобождать просто вот таким вот образом. Оверы срываются, но у нас тут... Там и броня, и не броня, и все, в общем, на свете есть. Крит, сразу убил, что ли? Аспирант, выпутывайся. 52. Не, давай лучше постреляем здесь дебютом хотя бы разок. Ну, вдруг раним. Хорош. Все, собираем лут. Двигаемся аккуратно вперед. Все. Все ресурсы собрали. Интересно, их количество, но то, что их меньше, может быть, пропорционально все равно будет. Ну, то есть, фиксированное количество. Что 7, что 6, что 5, что 4. Главное, сколько ты взял из общего количества. А начало было... Ну, такое, средненькое, так скажем. Сразу. Три ранения. Ну, 2 из них минорных, типа по единичке, по двоечке. Одна на четверку. А, там же хирург спеца, точно. Так, а здесь побег у нас, да? Ну, это аркадная миссия, блин. Сейчас посмотрим, добежим ли мы до респа леммингом. Ну, бежим на эвак. А, не, скрытность есть. Тогда шансов чуть побольше. Ну, сейчас этого убьют, но его можно разменять на... Ай! Вот это хуже. Как-то они странно бегают. Ханкер. Сектоид вышел. Ой, хорошо. Так может, у меня и верхнего не убьют? Держись. Хорош, даже ранений нет. То есть побежим и добежим. Эту миссию выполнили. Просто на ровном месте миссию выполнили. С одним человеком, даже не ниндзя, просто новобранец пришел. Охренеть.
Все, все спаслись. Там спулил, правда, всю карту, честно. Status confirmed. Mission accomplished.